Друзья, всем привет, с вами Филин, и сегодня у меня для вас просто бомбическая новость. На апелляцию ЕГЭ можно приходить с репетитором. И теперь это официальное решение. В порядке проведения ЕГЭ написано, что вы можете прийти на апелляцию с родителями. Но то, что вы можете взять с собой репетитора, об этом ни слова. Так вот, нашелся юрист, который дошел до Верховного суда с требованием изменить этот порядок и допустить репетиторов до участия в апелляции. Мной и моими ребятами подготовлено исковое заявление в Верховный суд. И он добился своего. В начале апреля Верховный суд дал официальные разъяснения, в которых указал, что присутствие репетитора на апелляции не запрещено. Исковое заявление касается участия при рассмотрении апелляции ОГЭ и ЕГЭ репетиторов и других лиц по доверенности. Сегодня пришел результат из Верховного суда. Новость была очень громкая. Об этом написали многие СМИ, была реакция от Гущина. Да наверняка даже ваши учителя уже до вас донесли информацию, что на апелляцию теперь можно приходить с репетитором. Так что я не удивлюсь, если о самом этом факте вы уже знаете. Напишите, пожалуйста, в комменты, знали ли вы до настоящего момента, что на апелляцию можно приходить с репетитором. И укажите обязательно источник. Откуда вы об этом узнали? Это очень интересно, я все комменты читаю. Но не переживайте, сегодня я не буду тупо пересказывать вам новостные статьи. Мы поступим круче. Сегодня ко мне в гости согласился приехать тот самый юрист Денис Костин, который подал иск к Министерству просвещения и Рособорнадзору с требованием допустить репетиторов до апелляций. Так давайте же его расспросим, как правильно себя вести, если дело дойдет до апелляции. Погнали! Итак, встречайте, Денис Костин, юрист, автор стремительно растущего блога в Инстаграме по юридической тематике. И сегодня он нам ответит, как же правильно вести себя на апелляции. Денис, привет. Здорово. Скажи это еще раз сам. Действительно, теперь можно на апелляцию приходить с репетитором. Хочется услышать от тебя это. Да, и не только с репетитором. Это может быть юрист, это может быть психолог, это может быть учитель, кто угодно, у кого есть нотариально удостоверенное доверенное. Как тебе вообще в голову пришло вот идти в суд и заниматься всеми этими делами и требовать этого? О проблеме об этом я знаю очень давно, потому что сам сдавал ЕГЭ в 2013 году. И когда приходил на апелляцию, был действительно трэш, потому что никакого положительного результата для себя я не получил. Именно потому, что я был один, и меня просто эмоционально давили, эмоционально травили. Как блогера и общественного деятеля, это мой первый большой проект. Я очень рад, что я его сделал. Я получил моральное удовольствие очень большое, что я для общества сумел что-то сделать большое и правильное, и хорошее, и полезное. Почему Рособорнадзор был против? Вот тут нужно четко понять. Так как проверку работы осуществляет предметная комиссия, а отмена результата или пересмотр результата в сторону увеличения или уменьшения в какую бы то ни было сторону работы экзаменационной говорит о том, что предметная комиссия работает херово, Рособорнадзору это невыгодно. Это дискредитирует вот эту вообще всю систему работы предметных комиссий по всем предметам. То есть предметная комиссия — те, кто проверяют? Да. Ну, наверное, самый важный вопрос, который мы сегодня должны прояснить для всех, что конкретно пошагово нужно делать, как надо поступать, чтобы вот была у тебя возможность прийти с репетитором. Так, ну первое, если мы говорим про детей, то есть несовершеннолетние, до 18 лет, то тут родители детей или законные представители, это опекуны, попечители и прочие, идут к нотариусу и делают там нотариальную доверенность на репетитора или любого другого лица. Я хочу это подчеркнуть, что это не только репетиторы могут быть. Это может быть учитель, может быть знакомый какой-то, который разбирается очень хорошо в этом предмете. Вот, например, я юрист, я могу пойти на апелляцию по обществознанию, я смогу поддержать ребенка в чем-то, потому что в обществознании я разбираюсь хорошо. Дальше, после этого, ребенок вместе с человеком, которому выдана доверенность, идет на заседание конфликтной комиссии вместе с паспортом и доверенностью. А нотариус вообще в курсе, как бы там, что как писать, или это в свободной форме? В принципе, это делается в свободной форме, но нотариус с юридической точки зрения подкорректирует пожелания того, кто выдает доверенность. Слушай, а с финансовой точки зрения сколько это будет стоить? Это зависит от региона. Доверенность, в принципе, стоит от 1300 до там 2500 рублей. Порядок такой. Когда вот эта вся очень резонансная такая история прошумела в СМИ в начале апреля, в том числе прокомментировал это дело Гущин, Дмитрий Гущин, создатель портала «Решуйка». Вот. И он, значит, обратил внимание, что вот на твой вот документ, как правильно сказать, отчет. Решение. Да. Суда, да. Вот. И он обратил внимание, что там, значит, представители Рособорнадзора говорят о том, что как бы ученик, он в принципе не должен принимать участие в апелляции, так сказать, он там для мебели. А Гущин говорит наоборот.
Значит, апелляция — это наоборот, в жизни это разговор, это общение. Безусловно, он там не может быть для мебели. Порядок проведения ГЭИ действительно говорит о том, что ребенок и родители ребенка присутствуют при рассмотрении апелляции. При этом я считаю очень важным это участие, потому что иначе зачем в принципе тогда туда приходить, если ребенок не может дать ни комментария по поводу чего бы то ни было, ни ответить на какие-то вопросы. При этом все-таки я хочу обратить внимание, что если порядок прочитать ниже на несколько пунктов, там написано в части, когда рассказывается уже сама вот эта процедура апелляции, что если ребенок пришел на апелляцию, ему выдает копии, скан копии его работы, и я сейчас прям процитирую: в случае участия в работе конфликтной комиссии он там ставит подпись, что это его работы. То есть тут уже появляется термин участие. Участие — это не присутствие. Участие — это уже непосредственно какая-то активная деятельность должна быть, по идее. Порядок, к сожалению, другого ничего не устанавливает, никаких подробностей он не дает. При этом смысла, вот я действительно не вижу смысла просто прийти на конфликтную комиссию, посидеть, узнать там, что тебя отклонили, повысили, понизили, неважно, и уйти. Нет, смысла-то нет. А вот смотри, я прихожу, например, там, на апелляцию по математике. И они тебе говорят: вот мы перепроверили твою работу, у тебя ошибка. Ты им пытаешься что-то объяснить, они говорят: нет, мы перепроверили, у тебя ошибка, и все. То есть тебе не дают говорить. По крайней мере, такое часто мне пишут дети после апелляции. В чем ошибился? Вот ответ, пусть ответит на вопрос: в чем ошибился? Где ошибка в ходе решения, если мы говорим про математику? Пусть они ответят на этот вопрос. Вот. Это вот жизненный совет от Дениса Костина, жизненный совет. Надо быть наглым. Но вот просто если ты не будешь наглым, вот так тебе и будут все шпинять, затыкать тебе рот и все такое. Опять же, и иск Верховный суд, и моя блогерская деятельность, она направлена на то, чтобы побудить людей к тому, чтобы они защищали и боролись за свои права. Любыми способами. Любыми законными способами. То есть тут скромность тут... Скромность, да, нужно засунуть в жопу. Вот надо быть наглым и настойчивым. И что бы тебе ни говорили, нужно просто добиваться максимально возможными способами какой-то реакции, положительной реакции в свой адрес. То есть в положение никто входить не будет, короче говоря. Никто не будет входить в положение. Им это не выгодно. Абсолютно, это никому не выгодно. Я еще раз объясняю. Это дискредитирует в данном... Естественно, это дискредитирует работу предметной комиссии. Если Рособорнадзор выдаст потом статистику по итогам ЕГЭ, и в этой... А эта статистика открыта, кстати говоря. И там будет видно, что огромное количество повышений, понижений, там, я не знаю, изменений баллов по стране, будут очень большие вопросы, в первую очередь, к Рособорнадзору. И это понимают все, этого боятся все. Но мой главный вопрос, вот этот страх Рособорнадзора, страх государства, почему он должен отражаться на детях? Я не понимаю. И в этой связи считаю очень важным и детям, и призываю всех к этому бороться, защищаться вот всеми возможными и невозможными способами. Мне кажется, тут еще настроиться тоже надо правильным образом. То есть ты идешь на борьбу. Ты идешь на борьбу. Вот это тоже надо понимать, что ты идешь на борьбу, ты идешь на войну. Это своего рода война. Ну, надо быть к этому готовым, если ты хочешь какого-то положительного для себя результата. Никто в положение входить не будет, это точно. Вот, слушайте, ну вот надо понять, вот просто, что тут уже включилась политика. И в решении, и точнее в позиции Рособорнадзора, которую он высказывал на заседании Верховного суда, там была чистая политика. Политика сегодняшнего государства у нас такова, что государство, в общем-то, насрать на людей. Ну, это очевидно, это надо понимать. Поэтому это в руках людей как-то обратить на себя внимание вот в этом смысле. Смотри, такая ситуация. Я оформил, ну я как ученик, оформил доверенность. Я пришел с репетитором, мне говорят: вот репетитор может присутствовать, но пусть он сидит и молчит. Репетитор мой тоже не юрист, он математик, и он в этом не разбирается. Как доказать обратное, да, что и вообще, ведь может же репетитор участвовать активно? Так, но это вопрос, потому что, опять же, порядок этого не регулирует. Ни с точки зрения ученика, ни с точки зрения родителей, никаких бы то ни было других лиц. Ученику, скорее всего, слово дадут. Репетитору никто не запрещает сидеть рядом. Ну и, слушайте, вот элементарно шептать ребенку на ухо позицию. Вот этого точно никто никому не запретит. А ребенок пускай ретранслирует. Если конфликтная комиссия говорит о том, чтобы репетитор заткнулся и вслух ничего не говорит, пускай шепчет ребенку позицию, которую нужно выразить. Если, отвечая на второй вопрос, если возникают какие-то проблемы у репетитора и ученика, и репетитора все-таки не допускают, но тут только обжаловать эту всю историю в суде. Подавать административное исковое заявление в районный суд и обжаловать действия неправомерные. Исковое заявление будет рассмотрено в течение не меньше, чем через 2 месяца. Не раньше, точнее, чем через 2 месяца.
Если мы говорим про апелляции, начинаются в июне, то есть это август, когда уже приемная кампания закончится, начнет подходить к концу. Поэтому мое личное убеждение, что это стоит делать, просто для того, чтобы создать прецедент. Понимаете, вот просто людям очень важно дать понять, что вот после них в следующие годы тоже будут сдавать люди. Важно создать прецедент. Важно показать, что люди не будут терпеть нарушение их прав, занижение баллов на экзаменах и таким образом ущемление прав при поступлении в вузы, потому что люди теряют баллы. Ну, окей, вот у вас там нет возможности там репетитора или не хочется с этим, грубо говоря, мне кажется очень важным хотя бы не полениться, как-то договориться хотя бы с родителями, чтобы кто-то взрослый, грубо говоря, присутствовал. Тем более, если вы не слишком такой самоуверенный, тем более, если вы девушка. Что с дискриминацией? Ну ты чё, блин? Как, ну что, что девушка? Девушек есть полно очень хороших, толковых, мудрых, похлеще мальчиков. Смелых и... Ну не надо тут... Это борьба. Это безусловно борьба. Девушки не хуже парней борются, на самом деле. Ну что ты? Договоритесь с родителями хотя бы, чтобы кто-то пришел, просто, грубо говоря, рядом был, да? Потому что, мне кажется, это может даже повлиять на отношения. Потому что подсознательно все равно... Безусловно. Ну, когда присутствует взрослый человек, ну, конфликтная комиссия просто не позволит хамски относиться. Хотя хамское отношение, несмотря на то, что в порядке у нас написано, что апелляция рассматривается в доброжелательной, спокойной обстановке. Ну, по факту очевидно, да? В общем, ребят, договоритесь с родителями заранее, если вы идете на апелляцию. Пусть они сходят с вами, если даже не репетитор. Смотри, такой момент. Я прихожу с репетитором, а... члены конфликтной комиссии вообще не в курсе, что так можно. Какие мне стоит принести с собой, может быть, документы, распечатки, акты, может быть, какие-то решения, чтобы сказать, вот, вот доверенность, вот репетитор, я имею право? Я думаю, что целесообразно распечатать это решение Верховного суда. Оставим в описании. Я в Инстаграме, когда выложил это решение суда, полностью оно там выложено, я выделил маркером прям куски текста, вот эта мотивировочная часть, в соответствии с которой можно приходить с репетитором вообще с любым человеком. Вот точно так же распечатайте это решение, маркером прям отметьте нужные вам куски и суньте это члену конфликтной, председателю конфликтной комиссии. Порядок учить не надо, да? Не надо. Потом в решении те же самые отсылки к нормам порядка, не надо заморачиваться. Занимайтесь лучше подготовкой к заседанию и формированием позиции своей. Я когда читал новостные статьи про все твое дело, там в том числе писали о том, что ты рассылал запросы в несколько, даже, наверное, во все, да, регионы? Я рассылал во все 85. Ага. Вот, но ответы я получил только от 44. Ну, вопрос был примерно так сформулирован. Вот я собираюсь сдавать в этом году ЕГЭ, но и собираюсь это сделать в вашем регионе, но я очень много командируюсь и очень много у меня поездок. Вот во время, когда будут объявлены результаты экзаменов, когда выложены сканы будут работать, меня не будет. А что, вот как мне подать апелляцию? Могу ли я выдать доверенность своему представителю, ага, который придет и будет представлять мои интересы? Вот формулировка вопроса была такая. Ага. Из 44 регионов, которые таки ответили, слава богу, хотя вообще должны были ответить все, только 8 сказали о том, что они допускают. И причем это очень странно, но это все регионы Северо-Западного федерального округа. Это Питер, Псков. Я вам хотел рассказать, что в рамках подготовки к заседанию в Верховном суде я сделал запрос во все 85 региональных министерств образования с тем, чтобы они ответили, пускают они или не пускают на заседание конфликтных комиссий людей по доверенности. И каковым было мое удивление, когда я получил от некоторых регионов ответы, что да, они пускают. То есть насколько по-разному в стране трактуется закон. А как так вообще получается, что... Одни так, другие так. Слушайте, понимаете, вот чтобы вы понимали, все, чтобы понимали. Когда было заседание Верховного суда, ответчиками, то есть против кого было подано исковое заявление, было Министерство просвещения Российской Федерации и Рособорнадзор. И так положено, что они должны дать свой отзыв на исковое заявление, в котором изложить свою точку зрения. А то есть они туда не приходили? Нет, они туда пришли. И дополнительно просто письменно они это пишут. Так вот, каковым было наше удивление на заседании Верховного суда, когда мы увидели, что Министерство просвещения говорит о том, что можно
приходить на заседание конфликтной комиссии по доверенности, а Рособорнадзор пишет, что нельзя. То есть они даже не договорились до заседания и написали разные вещи. Поэтому, когда федеральные органы власти не могут даже какую-то единую, к единому мнению прийти, чем мы ждем от регионов? Смотри, ну, тем не менее, когда у тебя по Инстаграму копался, многие полистали вот это решение, в итоге написано «отказ», да? «Отказ», а ты говоришь, мы победили, все круто. Можешь пояснить этот момент еще? Я поясню. Подавалось исковое заявление, это единственный был вариант, административное исковое заявление о признании вот этого пункта порядка проведения ГИ 98 недействительным. А пункт говорит, что там перечисляется, что может быть... Там указывается, что на заседании конфликтной комиссии может присутствовать участник экзамена и, или его родители, законный представитель. Ну и там члены какие-то, по-моему. Ну и да. Мы оспаривали вот именно в этой части, в части родителей, и законный представитель. Там явно ничего не сказано про репетитора. Ничего там, конечно, не сказано. И ты хотел его... признать недействительным. Или ты уже так понимал, что это не получится. Но, правильно ты говоришь, мы изначально понятно было, что этого не случится. Потому что какую-то норму можно признать недействительным только тогда, когда будет понятно суду, что она противоречит там... кодексу какому-то, закону, ага, конституции, ага, или еще чему-то. А с твоей точки зрения, чему она... С моей точки зрения, она ничему не противоречила. Я, собственно, не считал. Вот я написал, что она противоречит, ага, но я так не считал. Моей целью было получить письменные разъяснения, ага, суда. Я это получил, все. То есть мысль в том, что норму они не отменили, да, но разъяснили. Что она как бы и так, да, позволяла. Да. То есть вы и раньше могли ходить с репетитором. Просто... Но никто об этом не знал, друзья. Да. Очень мало же, кто идет в итоге на апелляцию, даже если они не совсем согласны с тем, как проверили. Почему? А мне кажется, потому что всех пугают, в том числе учителя, тем, что могут и понизить балл. Могут. Что ты посоветуешь? Стоит идти на апелляцию? Слушай, я когда готовился к интервью, я посмотрел несколько твоих роликов. Ага. В том числе ролик про то, что надо делать вот сразу после того, как ты вышел из пункта проведения, ага, экзаменов. Ты там правильно абсолютно сказал. Друзья, берите свой блокнотик, листочек или что-то еще. Сразу, как вышли за территорию пункта проведения экзаменов, записывайте условия задач, сочинение, если вы пишете русский или литературу, с развернутым ответом. Ага. Делается это, вот правильно сказал Арсений, для того, чтобы когда вам пришли сканы, вы бы сели и проанализировали, вы вообще правильно решили, написали, ответили. И когда ты проведешь этот анализ, ну ты как-то вместе с репетитором тем же, с учителем, ага, там, не знаю, или самостоятельно, ну ты поймешь, смысл тебе есть или нет. Все тоже должны понимать, что не было, насколько мне известно, в истории работы конфликтных комиссий каких-то чудовищных повышений или понижений. Потом есть еще все-таки такие истории, когда в кратких ответах, во втором бланке ответов, когда компьютер неправильно распознает. Тут очевидно надо идти на апелляцию, по-любому. А, кстати, слушай, еще такой момент. А по времени меня могут как-то ограничивать? То есть могут сказать, вот у тебя от до, успел, успел, не успел, не успел. Опять же, порядок проведения ГИ не регламентирует время, ага, потому что целью апелляции является установление объективности оценки, правильности оценки, точнее. Но я, наверное, все, наверное, знают, что Рособорнадзор разрабатывает методические рекомендации, угу, к этому порядку. Угу. Я не готов сейчас сказать о том, указано ли там какое-то время регламентированное. Угу. Но, в принципе, вот тут уже просьба к зрителям с пониманием относиться к конфликтным комиссиям, у которых куча заявлений, им как-то надо, им как-то нужно выстроить как-то свою работу тоже. Поэтому они могут установить. Но если вы находитесь в процессе в середине обсуждения, выгнать, ну это просто, ну, это невозможно. Вот это надо, ну, это надо пресекать, надо жаловаться. Как-то так, друзья. Я надеюсь, что я задал сегодня все вопросы, которые могли возникнуть, которые вас интересуют. Пожалуйста, напишите в комментарии, в принципе, полезен ли был для вас такой формат. Если это было полезно, обязательно напишите в комменты «да, полезно», «плюс» и так, да, так далее. Да, пишите, друзья, смайли, обязательно. Ставьте лайки, как говорится. Подписывайтесь на канал. А, здесь и на конечно, меня, естественно. Да. Его рекламируют, я не прорекламирую. Конечно, на меня подписывайтесь, ссылки все, я так понимаю, оставишь. Да, ссылки все будут в описании. Лучше полистать ленту Инстаграма, не только с котиками. И с жопами, друзья, потому что Инстаграм — это не только жопы и котики, это правильно. Это еще какая-то полезный контент, который есть не мало у кого, но он есть. Спасибо огромное. Всем пока. Пока.